Всем привет, с вами Дмитрий, вы находитесь на канале Димедро 98, и сегодня я делаю гайд по Galactic Civilizations Alterian Prophecy. Начнем мы с главного меню. В главном меню есть несколько пунктов: это начало новой цивилизации, восстановить последнюю цивилизацию, загрузить сохраненную, Metaverse и, конечно же, Credits, то есть авторы. И кампейн еще. Вот здесь будет кнопка Continue, если вы вышли, получается, из цивилизации или из компании, вы можете выйти в главное меню и снова продолжить. Это такая своеобразная пауза у вас будет, хотя вы можете паузить, в принципе, в любом месте в игре. Это игра полупошаговая, полу-РТС. Вот такая вот эта игра. И начнем с самого первого. Это получается цивилизация. Начало новой цивилизации всегда сопровождается вот таким экраном. Это установка игрока. То есть настройка игрока. Здесь можно вписать имя цивилизации и имя лидера цивилизации. Стоит отметить, что цивилизация всегда будет у вас земная, вы всегда будете играть за землян, у вас не будет возможности выбрать цивилизацию, в отличие от своих соперников. У нас есть политические партии на земле, это федералисты, которые дают 20% экономики, индустриалисты, которые дают 20% производству зданий и 20% производству кораблей. Social production и military production, соответственно. Меркантилисты, которые дают плюс 20% к торговле, плюс 20% к шпионажу. Пацифисты, которые дают плюс 20% к производству зданий и плюс 20% приросту влияния. Популисты, которые дают плюс 20% к морали, плюс 20% к дипломатии. Технологисты, технологи, технократы. Они дают плюс 20% к науке и плюс единицу к дальности сенсоров, видимо. Универсалисты, которые дают плюс 5% к экономике, плюс 10% к защите, плюс 10% к росту населения, плюс 25% к удаче. Дальше идут возможности и способности. Тут получается у меня стоит плюс 15% к оружию, плюс 1 к скорости, плюс 1 ход за месяц, плюс 10% к науке, плюс 5% к качеству планет. И обзор, тут английский текст, который кратко описывает вашу цивилизацию. И описано, что галактическая раса быстро развилась после овладение технологией гипердрайва. И еще в чем специализируется наша цивилизация. Можно включить режим также обучения, который дает английский текст по базовым компонентам игры. Так то кораблям, либо событиям игровым. А справа получается настройки галактики у нас. Можно выбрать размер галактики, от крошечного до гигантского можно свой размер галактики, то есть получается кастом, и получается, когда своя карта, свою карту можно выбрать, она открывается здесь, вот получается кастом, здесь будет своя карта и свои правила. А можно вообще случайный выбор размера галактики, рандом. Также поступаем и с плотностью звезд, то есть это случайное сейчас у меня, но можно либо в плотных скоплениях, либо в разреженных скоплениях, либо вообще разреженные звезды сами, либо же вообще случайно. И обитаемые планеты. Либо они будут редкие, либо нечастые, либо довольно частые, либо же частые, либо повсеместно они будут встречаться. Соответственно, им можно случайно выбрать, как они будут располагаться.
Здесь, получается, маленькие расы. Можно включить, можно отключить. На данный момент у меня эта опция отключена. Маленькие расы могут торговать с вами, устанавливать торговые пути и за счет этого поднимать вашу экономику. Вы, конечно, можете объявлять им войну и перехватывать их планеты. Неизвестно мне, имеют ли они вес в United Planets или нет, то есть в Организации Объединенных Планет. Но все-таки, скорее всего, что-то они да имеют. Либо это один голос, как от всех маленьких рас, либо каждая маленькая раса все же какой-то вес будет иметь. Здесь непонятно. И условия победы. Культурная победа, то есть получается за счет влияния и товаров, которые вы распространяете, можно установить культурную победу. Технологическая победа, естественно, исследовать всех технологий и до самой крутой прокачанной добраться. Победа Альянса, дипломатическая победа, получается. Если установлен мир в галактике, это сразу же победа. И еще если установлен флажок. И технологии пришельцев, соответственно. Это самое непонятное условие победы. Но, наверное, пришельцы приходят. И свои технологии, и их технологии, точнее, надо будет убивать. Кто выбил, тот победил. Возможно, это так работает. На этом можно продолжать. Если у вас больше никаких дополнений здесь не будет на этом экране, то можно продолжать. И здесь выбор соперников уже идет. Можно выбрать до 7 соперников себе. Но минимум должен быть один соперник. Нельзя в одиночку играть здесь. Даже если вот я посмотрю вот так вот на Дремлинскую империю. Disable Race, то есть удалить расу. Я нажимаю, ничего не происходит, потому что тут один соперник у нас остался. Одна раса соперничающаяся. У нас есть возможность влиять на интеллект и на положение расы, и на ее поведение. Поведение колеблется от абсолютного добра до абсолютного зла. Сейчас абсолютное зло у Дремлинской империи. Кстати, вы можете назвать цивилизацию как вам угодно. То есть вы можете назвать своих соперников как вам угодно, для вашего удобства. Это принципиальной разницы не имеет. Я просто оставляю как есть, чтобы было понятнее, как они по лору называются. Дремгинская империя, Аутарианская республика, Аркейская империя или Арцейская, непонятно. Конфедерация Тариан или Тарианская конфедерация, коллектив Йор или Йорский коллектив. Доминион Коркса или Коркский доминион, Легион Драв или Легион Драс. Как вы тут произносите, так и будет. А мы начнем с Дремгинской империи, как абсолютное зло, чтобы потом еще рассмотреть боевые действия. Кстати, здесь можно устанавливать уровень сложности. Уровень сложности сейчас нормальный, но он колеблется, получается, от самого простого, simple, простой, beginner, новичок, normal, нормальный, challenging, соответственно, с соревнованием. То есть получается довольно сложный. Top — это уже крепкий, так можно перевести. Painful — это с болью. И Masochistic, соответственно, для мазохистов. Кстати, почему-то уже ниже не делается. Это, скорее всего, уже какая-то ошибочка. Но мы поставим на нормал, то есть на нормальный режим. И, в принципе, можно уже начинать. Покажем начало. Вот она пошла. Все.
В начале всегда идет годовой отчет января 2178 года. И вы всегда будете одни в начале. Потому что никого нет. И краткая предыстория. Как гипердрайв освоили, как технологии и все такое. Насчет науки мы потом поговорим. И насчет проектов тоже. Сейчас тогда просто поставлю основные проекты. Начнем со звездной карты и с условных обозначений. Вообще, карта делится на множество секторов. Чем больше карта, тем, соответственно, больше секторов. Иногда эти сектора могут быть очень маленькими, например, если карта гигантская. У нас здесь карта Tiny, то есть она крошечная. Крошечная карта — это 4 на 4 сектора. Вот такая вот у нас карта. На карте есть системы, которые обозначены серыми большими точками. Системы некоторые можно колонизировать, а некоторые нельзя. А некоторые можно, но это будет сопряжено с очень большими затратами. Например, вот у нас доступна одна система, которую мы видим. Кстати, вот это вот туман войны. То, что темно-бордовое. А то, что вот рассвечено как звездное небо, это вот наша видимость. Это то, что мы сейчас видим. Нашими сенсорами. Здесь у нас ресурс, на который можно завести конструктора и который даст нам базу. На этом ресурсе можно построить базу. Здесь мы щелкаем на эту звездочку, это звезда, и получается видим список планет, которые потенциально можно колонизировать. Все эти планеты на самом деле колонизировать можно, но не нужно. Потому что у них рейтинг 2, 10 и 4. Рейтинг необходимо, чтобы у планеты был как минимум 13. В игре говорится, что 15, но на самом деле его можно довести до 15 из 13. Soil Enhancement. Точнее, Soil Enrichment. Да, Soil Enhancement даст вам 1. И еще будет Habitat Improvement тоже 1. И получается из 13 у вас будет 15. И тогда планета будет достаточно обитаемая. То есть начиная с 13 уровня можно колонизировать уже планету. До 13 это нецелесообразно. Поскольку ваше население там будет просто погибать. Ну, это понятно, потому что планета не жизнеспособна ниже 15 уровня. Итак, вот у нас карта. Ниже нее расположены всякие режимы. Здесь владение сектором. Вы можете посмотреть, какой сектор принадлежит вам, какой вашему сопернику. Допустим, вот у нас один соперник, он владеет самым юго-западным сектором. То есть получается вот угловой сектор. Какую-то звезду он уже себе забрал. Еще что хочу сказать. Если вы забираете одну планету в звезде, одну планету в системе, вся система ваша. Дальше колонизировать в системе можете только вы. Больше никто. Также работает и с вашими соперниками. Если соперник забрал хотя бы одну планету в системе, вы больше не сможете колонизировать эту систему. Вот. Есть события, которые поднимают базовый уровень планет. Допустим, на 9, и тогда это будет 11, 19 и 13. Тогда можно будет колонизировать и Xasiku 2, и Xasiku 3. Допустим, если такое событие произойдет. Дальше. Тут показать корабли. Они по умолчанию показываются. То есть показываются и ваши корабли, и вражеские, и нейтральные.
есть корабли, которые не принадлежат ни вам, ни сопернику. И не соперникам даже. Это получается либо пиратские корабли, либо космические акулы. Космические монстры. Эти корабли атакуют тупо всех. Дальше. Показать место для автопилота. То есть цель автопилота. Если я, допустим, поставлю автопилот и здесь будет показать цели автопилота, он мне покажет на карте, куда должен прибыть корабль. Тут показать население. Чем больше будет круг тогда, тем больше населения. Будет по размеру кругов понятно, какое население у разных планет. И производство. Тоже будет по размеру кружков видно, какое производство на планетах. Ниже карт есть график, который показывает вашу мощь в сравнении с соперниками. Тут получается по населению мощь, по военной силе, по экономике, по технологиям, по влиянию и по производству. Почему-то иконка как для шпионажа, но на самом деле это производство. Manufacturing, потому что... И Stacked Ship List. То есть получается, вы выбрали корабль. Если вы подводите его к другому кораблю, они будут stacked. То есть уложены друг на друга. Как бы. В одном месте находиться. В одной точке. На самом деле, получается, карта разделена не только на вот эти вот регионы, которые вы видите здесь. Она еще разделена на более мелкие части. Допустим, вот. Это вот один ход. Вот количество ходов, которые у вас есть. Например, вот этот исследовательский корабль может сделать 3 хода. Вот сейчас он сделал 2 и 3. Ход по диагонали считается за 1. И получается, так можно очень быстро уходить по диагонали, потому что ход по диагонали считается за 1 ход. Мы продвигаемся исследовательским кораблем и исследуем известную галактику. Так. Вот мы видим желтую звезду. Обычно желтые звезды содержат самые выгодные планеты, которые легче всего колонизировать. Как только вы увидели желтую систему, вы должны обязательно послать туда колонизаторский корабль, если у вас таковой имеется. Если не имеется, как можно быстрее нужно его произвести. Это вот стратегия начала игры. Дальше там уже по ситуации. Либо вы будете мирно развиваться и дальше что-то колонизировать, если у вас галактика гигантская. Либо же вы будете отжимать силой планеты. Либо у злых цивилизаций, либо у нейтралов. Либо у добрых цивилизаций, если вы сам злой. Тут на ваше усмотрение, соответственно. Исследовательский корабль исследует улучшения. То есть исследуют всякие аномалии. И, соответственно, после исследования первой аномалии нам небольшой видеоролик тут показывают. И вот она. Вот они, аномалии Маркус. Чтобы колонизировать, вы нажимаете на планету, которую хотите колонизировать. Тут 15-й ранг, поэтому можно колонизировать сразу же. Без всяких раздумий. Просто ставим Soil Enhancement, то есть улучшение почв, обогащение почв, как лучше перевести, и вам решать, и колонизаторский корабль, потому что колонии ставить надо дальше. Должен быть корабль, который у вас все разведывает.
Так. Я пока просто буду изучать технологии. Не объясняю, потому что до них дойдет еще дело. Пока что мы разбираемся с кораблями, ходами и атакой и защитой. Плавно переходим теперь, собственно, к кораблям. Как вообще это все делается? Как я уже сказал вам, есть у корабля ходы. Есть только определенное число ходов у корабля. То есть, насколько клеток, типа клеток, он может продвинуться до того, как ходы у него закончатся, и нужно будет переходить в следующий ход. Можно сделать вручную следующий ход, пропустить, нажав Turn. Либо же ход перейдет автоматически, если у всех ваших кораблей закончатся ходы, либо они будут стоять на страже. Как поставить на стражу, это вот. И возле корабля тогда появится надпись «Sentry», то есть стоит в обороне. Можно всегда вывести из обороны корабль и продолжить им ходить. Например, вот сейчас вот дальше мы решим исследовать. И мы видим вот тут вот кромочку. Если вы видите хотя бы кромочку звездной системы, вы ее можете посмотреть. Пользуйтесь этим. Это поможет. И тут нечего ловить. Как вы можете понять, что нечего ловить? 7-4-10. Все меньше 13. Здесь 5, 6, 5, 4. Все меньше 13. Здесь 4, 5. Все меньше 13. Можно проверить вот эту планету, но лучше, наверное, пойти к большему количеству планет, поскольку больше вероятности, что там что-то будет. Дальше у нас теория оружия пошла. Договорим про корабли. Здесь указан класс. Какой у вас класс? Здесь у нас survey ship, то есть исследовательский корабль. Может быть корвет, может быть fighter, space fighter получается. Может быть фрегат, может быть еще какой-то корабль. Здесь будет показан класс. А здесь название. Вы можете поменять название в любой момент. Абсолютно в любой момент. Например, 111 вот сейчас я. И он будет у нас вот так вот показан. И сейчас я могу поменять это название. ХП, ну это понятно, очки здоровья. Чем больше очков здоровья, тем, естественно, естественно лучше корабль переживет нападение, и тем больше вероятности, что он получит опыт. Атака, соответственно, как ваш корабль может сносить другим ХП, и защита, как он может защищаться от сноса. Здесь получается гард, то есть защищать, вот эта вот стрелочка вниз, защищать, либо X, крестик означает disband, то есть распустить. Если вы не хотите корабль, вы можете всегда нажать X, крестик, и он у вас удалится. Ресурсы не возвращаются. Поэтому стройте корабли с умом. Так, и бесплатный корабль. Бесплатный корабль, который у нас дрон. Это дрон. Дрон довольно быстрый, но практически беззащитен. И дрон не может делать то, что может делать исследовательский корабль. Здесь, кстати, у нас есть хорошая система, на которую можно отправить колонизаторский корабль. И это нужно сделать как можно быстрее. Здесь, кстати, тоже желтенькая, это значит хорошая. Нам повезло в этой игре. Есть информация, в которой есть еще больше команд. Это получается Sentry, то есть пропустить ход гард, это защищаться от Survey, то есть автоисследование, Sector Sweep, это соответственно ходить кругами по сектору, от Retreat,
Это получается при получении повреждений автоматически отступить. Бывает полезно. Disband — это удалить. Одна из трех быстрых команд. И Rally Point, то есть получается к точке сбора. Можно устанавливать точки сбора. Можно устанавливать точки сбора для ходов. Еще одна полезная команда для кораблей и флотов — это Starship List. Здесь показаны все корабли, которыми вы располагаете. Fleet Size — это, конечно, размер флота. Maintenance — это расходы на флот. Military Rank — это получается ранг военный. И Number of Star Bases — это количество звездных баз. Все корабли, включая базы, которыми вы владеете, будут показаны здесь. Их можно отсортировать по имени, по классу, по атаке, по защите, по ХП, по текущему ХП, по уровню, по команде и по ходам, по оставшимся ходам, по стоимости содержания, по действию, по звезде, возле которой они, по сенсорам, то есть насколько они видят, по секторам, в каком секторе они и к какому сектору направляются, и даже по ID флота, и по звездному базу, по звездной базе. Короче, очень много вещей, по которым можно сортировать корабли. Здесь все просто, вы выбираете корабль, сенсор дрон, два клика и он ваш, два клика и он переключается. Вот эта вот кнопка означает переход куда-нибудь. Так, это автопилот уже, собственно, к этой точке. Так. Угу. Это значит вместе выбрано. Это значит выбрано вместе. А как теперь выбрать? Снова один, непонятно. Так. Вот там все. Дальше мы пошли по планете. Есть список планет. Можно тактический список, то есть тактическая карта получается. Вот на тактической карте вы будете видеть только значками. Либо стандартная карта, либо список звезд, которые вообще у вас известны. Либо список планет. Либо же точки сбора. Можно даже точки сбора здесь наблюдать. Здесь вы будете видеть все планеты, которые ваши. И все, что у вас производится. Выше, то есть в самом верху, находятся показатели, которые для всей империи. То есть, собственно, мораль для всей империи, население всей империи, доходы и расходы для всей империи, опять же. Тут получается список планет, также можно сортировать по разным группам. Земля, население, мораль. Маркус 1, население, мораль. Так со всеми планетами, которые у вас есть. Население планеты, мораль планеты. И что производится. Сверху то, что производится из кораблей. Снизу то, что производится из улучшений, из зданий. То есть, соответственно, военные проекты и социальные проекты. Как они здесь называются.
И, в общем-то, здесь больше ничего интересного. Если вы двумя кнопками выбираете, вы переходите на окно планеты, где можете еще лучше управлять этой планетой. И так с каждой планетой, которой вы владеете. Подчеркиваю, планетой, а не системой. То есть, если, допустим, в Маркусе было бы две обитаемых планеты, тогда бы каждая засчитывалась в этом списке. То есть, допустим, было бы Маркус 1, Маркус 3 здесь, рядом. Вот так это работает. Переходим к науке. Вот у нас окно науки. Вы можете отсортировать, как тут показывается, исследования. Это все исследования, которые доступны вам сейчас. Доступна нам, получается, теория оружия, теория движения, теория коммуникации, индустриальная теория, то есть промышленная теория и так далее. Вы можете всегда выбирать, что хотите исследовать, и можете в любой момент переключиться между нужными вам исследованиями. Например, я хочу сейчас промышленную теорию изучить, на следующем ходе перейти на оружие. Я могу это сделать в любое время. Прогресс не сбрасывается. Здесь показаны социальные проекты, которые открываются от технологии. Здесь военные проекты, здесь возможности, которые доступны будут трассе после того, как этот проект сделан. И модули. Модули — это для базы. И возможности для будущих исследований. Возможности для будущих исследований — это, по сути, то, на что ведет эта технология после изучения. То есть после изучения этой технологии, допустим, нам доступны нанометаллические композиты, улучшенная броня, улучшенные корпуса, базовый ремонт и так далее. Как только вы выбрали технологию, которую вы хотите изучать, вы нажимаете кнопку «Готово», «Done». Вот это все по технологиям пока что. Дальше. Внутренняя политика. Внутренняя политика имеет множество вкладок, в которых можно много чего менять. Tax rate — это ставка налога, и spend rate — это расходы государственные. То есть пропорции государственных расходов. Чем вы больше делаете расходов, тем меньше у вас доходы, естественно. Чем больше вы делаете налогов, тем больше у вас доходы, но тем меньше у вас становится поддержка. Чем больше у вас поддержка, тем, естественно, лучше. Тем выше у вас мораль. Мораль завязана на поддержке. Естественно, сначала нужно немножечко повысить расходы. Для того, чтобы быстрее делали здания, корабли, то есть военные и социальные проекты. И, естественно, можно задрать налоги, но не сильно. Нужно, чтобы рейтинг поддержки был хотя бы выше 50%, не так, чтобы слишком низко. И вы можете также распределять доходы, то есть куда пойдет. Что пойдет на военную часть, что пойдет на социальную часть и что пойдет на научную часть. Чем больше вы поставите распределение, тем больше, тем быстрее у вас будет все делаться. То есть, если вы будете больше ставить на военную, тем быстрее у вас будет военная техника делаться, военные корабли. Если вы больше поставите на социальное, тогда у вас будут быстрее строиться социальные проекты, то есть здания. Если вы больше поставите на науку, тогда у вас будут быстрее исследоваться технологии.
И тут подробно показано, из чего складываются доходы и из чего складываются ваши расходы. Вот. А здесь ваш сенат. Естественно, сначала никакого сената нет, по сути. Потому что у нас империя. А если империя, то весь сенат содержит одну партию только. И это партия, которую вы выбрали в самом начале игры. А если уже будет республика и другие более демократические системы, тогда уже, конечно, возможны варианты, как у вас будут распределяться места в сенате. Каждая партия в сенате дает свои бонусы. И вот получается, раз у нас универсалисты контролируют сенат, то у нас экономика плюс 5%, защита плюс 10%, рост населения 10% и удача 25%. Вот по сути это бонус от нашей партии власти. В зависимости от того, какая партия контролирует сенат, такие бонусы будут от сената. То есть именно сенат определяет, какие у вас бонусы. Правительство. Вы можете реформировать правительство в любой момент. Сейчас у нас только имперский тип управления, но дальше будет и демократический, и республиканский и так далее. Можно будет менять правительство. И, соответственно, другая модель будет управления. И по-другому будут распределяться места в сенате. Губернатор позволяет строить автоматически здания. Либо можно выбрать губернатора. Допустим, я хочу сначала Soil Enhancement. И это будет у нас в очереди построек, то есть постоянно будет строиться вот это вот сначала, Soil Enhancement, улучшение почв. Трейд — это торговля. Торговать можно с любой расой, если, конечно, вы будете уверены, что вы не нападете на них или они не нападут на вас. Потому что в любой момент этот торговый флот могут просто перебить и лишить вас дохода от торговли. Вот в чем риск торговли с другими расами. А маленькие расы практически не нападают, но могут напасть, так что здесь тоже есть риск. Дальше у нас статистика. Здесь перечислены все способности вашей расы, как от сената, так и прописанные на старте игры. Здесь ваш ранг, то есть на каком месте вы находитесь по определенному аспекту игры. Чем выше вы, тем, естественно, лучше. Кстати, можно переключаться между вкладками. Получается, тут экономика, то есть то, что здесь в экономике, то дублируется здесь. Society — это получается общество, какой император, какая моральность его, то есть какая у него направленность злая, нейтральная или добрая, население, поддержка колонии, количество колоний и тип правительства. И, конечно же, военная мощь, процент дохода на обслуживание военной машины и, собственно, военная мощь. Индекс военной мощи, так скажем. Все, что больше 100, это хорошо. Очень даже хорошо. А если меньше 100, то не очень. Вот наша военная мощь сейчас 120. Это хорошо. Это значит, они отстают от нас по военной мощи. Они это красные, которых мы выбрали соперники. Ну и, собственно, интересные факты. Все самое-самое. Здесь у нас графики всякие. Вы можете графики посмотреть, как у вас все
идет, какая у вас мораль, как у вас по дипломатии дела и так далее. Ну и конечно, как только вы все это посмотрите, вы можете нажать Done, то есть готово. По этим пробежались, дальше внешняя политика. Пока мы не можем говорить ни с кем, поскольку мы никого не нашли. Но как только найдем, тут появится, соответственно, его мордочка лица, либо его лицо, и тут будет его эмблема, то есть эмблема расы, и тут наши отношения. И в каких, собственно, отношениях будет описано, либо мы в войне, либо мы в мире. Как только вы находите какую-то расу, вы с ней в мире. Вы можете выбрать расу, здесь будет, конечно же, показана эмблема, здесь будет показано лицо. И speak to — это, естественно, говорить с. То есть говорить с представителем этой расы. С лидером этой расы. Stats — это получается статистика внешних связей. Report — это отчет по расе. No race is currently selected — это значит, раса не выбрана. Ну, естественно, потому что мы никого не нашли. Treaties — это получается договора, которые есть: договор о союзе, война, договор о торговле и команда. Это получается команда. Можно в командной игре, видимо, здесь играть даже. United Planets. Это получается аналог Организации Объединенных Наций у нас на Земле. А вот в галактике United Planets, Организация Объединенных Планет. Вы можете в любой момент покинуть Организацию Объединенных Планет, но голосовать вы тогда не будете. И с помощью нее можно проталкивать законы, которые могут либо вредить вам, либо как-то благоприятствовать. Естественно, не все и не всегда зависит от вас. Distribution of voting power показывает, насколько вы можете влиять, то есть получается это распределение голосов. Minor races — это получается маленькие расы, которых здесь нет. Как только вы все сделали, вы можете нажать готово. А, кстати, здесь есть Destabilize Priority и Espionage Priority. Это значит, можно дестабилизировать, можно делать шпионаж на определенную расу. Соперники будут делать это все на вас. Так что нужно будет как-то от этого всего защищаться. И Trade Embargo — это значит наложить торговое эмбарго на эту расу. Все готово. По этим вкладкам все. Sector Map — это та вкладка, которая по умолчанию открывается, когда вы закрываете все остальные. Это вот как раз карта сектора, по которой мы сейчас продвигаемся. О, наконец-то мы можем выбрать снова один корабль. Вот два из двух. Мы продвинем. Здесь у нас есть система хорошая. Точнее, не хорошая, потому что здесь нет планет для колонизации. Итак, еще один момент. Это левый нижний угол, в котором есть казна и в котором есть население, и в котором есть еще распределение сил в галактике. Эта диаграмма показывает расходы различных рас, то есть какие расходы. Точнее, возможности даже по расходам, наверное, лучше сказать. Можно сказать, силы экономики. Чем больше эта диаграмма, чем больше эта диаграмма у вас, тем сильнее ваша экономика. То есть тем больше вы сможете позволить себе расходовать. Вот эти вот крестики на карте означают базы.
то есть места постройки баз. Как только вы строите базу, крестик превращается в плюсик. И плюсик жирный. Если ваш соперник строит базу, то естественно его цвета будет плюсик. Если вы строите базу, то синего. Вы всегда синие. Всегда синий цвет и всегда вот такая эмблема. Потому что вы всегда играете за землян. Здесь нет возможности выбора расы, как я уже сказал. Find — это найти. То есть, допустим, найти надо что-то. Если вы вдруг куда-то ушли и выбран у нас сенсорный дрон, нажимаем Find, и он переходит почему-то к этому. Непонятно. Здесь, кстати, можно регулировать масштаб, который не регулируется, потому что нет смысла здесь в масштабе, тут и так он максимальный. Здесь можно посмотреть, какое влияние по сектору, в котором находитесь вы. А здесь можно поставить точку сбора. Так. И удалить точку сбора. Вот это вот точки сбора. Можно для планет ставить точки сбора. Допустим, set rally point. И куда-нибудь. Set rally point. Это получается планета ставится как точка сбора. Либо нормальная, как место следования автопилота, либо autofleet, то есть сформировать здесь флот, и autoattack. Это получается будет столкновение с вражеским флотом. Как только доберется вход сюда. Я поставлю autofleet. Здесь получается либо список планет, это переключатель, либо список системы конкретной этой. А здесь переключение между колониями уже. Вот. Теперь, собственно, производство. Одно из самых главных. Или даже самое главное. Кстати, еще вот по планете надо перейти. Soil enhancement. Почему здесь один, непонятно. Так. В общем, здесь у нас название планеты, здесь качество планеты, класс какой. Если класс выше 15, тогда все хорошо. 13 класс можно привести к 15, и тогда она будет обитаемой. Мораль планеты. Естественно, население. 208b, b означает биллион. Биллион, миллиарды. Миллиарды человек. Получается 208 миллиарда человек живет на планете Земля сейчас. Вот. В этой игре. В 2179 году. Доходы и расходы. 17 BC и 18 BC. Billion credits, видимо. Но BC это то же самое, что и здесь доллары. То есть получается, это дает нам убыток в 1 доллар, и следующая колония дает нам убыток в 5 долларов. Итого убыток у нас в 6 долларов. Проверяем. Да, на самом деле убыток в 6 долларов.
То есть сумма убытка всех ваших колоний дает вам общий убыток. И, соответственно, сумма прибылей дает вам общую прибыль. Это пока что. Как только у вас появятся дани, всякие торговли, тогда эта сумма не будет уже совпадать. И доход, соответственно, будет чуть выше или чуть ниже. Либо же вы вообще можете уйти в убыток, если вы платите дань сами. Итак. И самое главное стратегическое правило – это колонизировать все как можно быстрее. То есть для начала, допустим, можно поставить социальные проекты. Вот это вот науку можно закрепить на том уровне, который есть. Это кнопка закрепления, замочек. Если вы поставили замочек, ни один другой фактор не будет больше влиять на тот фактор, который вы закрепили. Например, мы социальные опускаем в 15 где-нибудь. И военные у нас остается 51. И знаете что? Теперь у нас за 5 месяцев будет приготовлен колониальный корабль. А не за 10, как раньше. Тут колониальный корабль за 1 месяц уже будет готов. И можно будет отправлять его куда-нибудь. Например, вот сюда. Вот на эти планеты, если, конечно, какая-нибудь из них обитаемая. Но у нас есть гораздо более выгодная цель. Это вот здесь, Вилос-1. Теперь, собственно, планетарное меню. Продолжаем исследовать планетарное меню. Это военная мощь, то есть ваши военные очки, сколько очков вход делается в месяц. Социальные проекты, как быстро строятся, и как быстро идет исследование. По сути, хорошо можно представить себе, сколько вашей планете производится очков, нажав на внутреннюю политику и посмотрев пропорции. Допустим, у вас 51%, как у меня вот сейчас, на военную мощь, то есть на военные проекты распределено. 50% это половина, и значит 9 очков это половина. Получается, ваша планета может производить 18 очков. И оно распределяется между военным, социальным и научным потенциалом. Военный потенциал позволяет нам построить колониальный корабль уже через месяц. Через месяц это значит следующий ход пройдет, и потом еще ход пройдет, тогда только этот проект будет готов. Сейчас проиллюстрирую. Кстати, у нас научное исследование закончилось, Manufacturing Center, то есть производственный центр готов. Дальше мы можем теорию оружия сделать. Вот сейчас я вам проиллюстрирую, что значит через месяц. Вот это означает, уже в следующем месяце будет готов колониальный корабль. По сути, через 4 месяца, но стоит понимать, что это на самом деле через 5. Потому что через 4 месяца будет next month, и только потом это здание будет готово. Вот как следует понимать 4 months, или 4 месяца. И вот как следует понимать Next Month, то есть вы нажмете Turn, и тогда ваш колониальный корабль только тогда будет готов. То есть как бы один дополнительный ход. Один дополнительный ход, потому что на один целый ход не хватает. А вот эта вся дробная часть, которая осталась, это дробная часть хода. И она все равно переносится, потому что усилий недостаточно для того, чтобы сейчас выпустить колониальный корабль. И эти усилия будут в этом ходу затрачены, и в следующем ходу только этот корабль будет сдан. И можно посмотреть,
описания краткие вот этого корабля. Здесь выбор военных проектов, здесь выбор социальных проектов. На каждый проект можно посмотреть, что он дает. Seven Enhancement One. Мы видим, что сейчас идет строительство. Улучшение почв. То есть модуль улучшения почв строится. И осталось 4 месяца. Кост 50 это означает стоимость в очках. То есть сколько очков нужно для этого. Получается. Сколько очков осталось, это нужно умножить вот это вот 4 месяца на количество очков, которые тратится каждый ход на строительство. Желательно не оставлять пустым ни военные проекты, ни социальные проекты. Иначе у вас очки просто теряются в никуда. Либо же уменьшать в распределении вот здесь. Очки, если вы не собираетесь строить ни военного, ни социального. Что-то из этого можно убрать. Если вы не хотите строить ничего вообще, ни военного, ни социального. Если оба у вас не в приоритете, тогда все можете поставить на исследование и спокойно себе исследовать. Вот, собственно. Вы можете купить. То есть ускорить. Если вы ускоряете, у вас есть несколько вариантов ускорения. Либо вы ускоряете сейчас и тратите фиксированную сумму, либо вы ускоряете сразу же за определенную сумму и платите некоторую сумму еще несколько ходов, еще несколько месяцев. Какие-то проекты более выгодные, какие-то менее выгодные. Выбирайте с умом. И здесь следующее после кост идет maintenance. Maintenance — это то, что прибавляется к вашим expenses, то есть расходам. Это расходы на содержание здания. Как видим, здесь нет содержания здания. Не имеют содержания Habitat Improvement и Soil Enhancement. То есть вы можете улучшать свои планеты сколько хотите. Но другие здания уже требуют содержания для того, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. Так, details, это получается, вы можете поставить губернатора сюда, вы можете даже уничтожить колонию, если вы хотите. Здесь будут законченные проекты, и здесь будет пропаганда. Какую часть дохода вы можете потратить на то, чтобы поддерживалось общественное мнение о вас. Если у вас низкая мораль, можете пользоваться пропагандой. Auto-launch ship — это получается автозапуск корабля. То есть, если вы, допустим, ставите Crony ship, он у вас на орбите стоит. Вы потом двумя кликами выводите его из орбиты уже в открытый космос. Либо же можете воспользоваться этой кнопкой «Поднять корабль» в открытый космос. Дальше. Здесь есть кнопка «Rename», то, соответственно, «Переименовать». Переименуется система. Можете SO1 сделать, SO2 и SO3. И автоматически вот эти вот планеты все переименовываются. Как только вы переименуете всю систему. Вообще-то это было Earth, Mars и Saturn. Но сейчас это SO1, SO2 и SO3 просто, потому что я нажал переименовать и принял то, что я не изменяю название системы, солнечной системы. Так, что же еще? Что же еще? Ну, в принципе, на этом как бы все. Это
Это был гайд, в общем-то, по цивилизации. То есть по свободной игре. А дальше, скорее всего, будет гайд уже по военным действиям, соответственно. И по кораблям. На этом все. С вами был Дмитрий. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Спасибо за внимание, всем пока.